А вот анонимная рекламная рассылка по этому же закону будет караться штрафом в 25 тысяч долларов. А теперь о других новостях. Конституция Российской Федерации добралась и до глобальной сети. На днях в интернете открылся сайт www.constitution.ru, посвященный основному закону государства. Здесь представлен полный текст Российской Конституции на русском, английском, немецком и французском языках. На сайте можно ознакомиться со структурой государственной власти в России. Тут же представлена и государственная символика нашей страны – флаг, герб и гимн. Последний, кстати, можно прослушать и даже распечатать слова. Корпорация Microsoft готова...